Добрый вечер всем. Гоняю уток. Не отзываются они. Вон за кустами сидит, смотрит на меня уточка. Плывет, вон видно. Плывет. Плывет. Крякал на Малартхаммер. Заныкаюсь в кустах, вот смотрите. Крякуха усекла. Сейчас еще закрякаю. Малард работает. Вон она стала. Крякушка. Вон видно. Приплывают 10 метров. Ух, взлет. Так, ребята. Очень активно она поплыла. Вон полетела. Кряква. На, угадайте, какой манок. Крякал. Вот там. Отзываться, естественно, она не отзывалась. Но приплыла она на вот этот манок. На Малард. Очень быстро вот оттуда. И прямо рисовала, укрякнула. Она прям ускоряется. Но не отзывалась. То есть утка здесь есть. Сейчас мы туда еще пройдем. Посмотрим. Это вот отстойники. А там еще у нас речка. По речке проплыву. Посмотрю. Так. Ну я что-то не понял. По-моему... Кряква это была. Ну буквально вот смотрите, вот я сижу. И вон травина, вот она доплыла и остановилась, потому что она реально меня увидела. Ух ты, я чуть не свалился туда. Вот такой манок. Ну почему-то вот этот понравился больше ей. На вот это движение вообще никаких, остановилась, прислушалась, присмотрелась, начал крякать вот в этот, я ее уже вот там видел. Очень активно она поплыла. То есть. Один манок держать в арсенале, как бы, ну, некоторые держат, конечно, но те, кто вот реально охотятся весной, или всегда держат два манка, хотя бы два, а так и 3-4 на подвесе. Пойдемте, наверное, туда дальше, вот по вот этой чаще полезем, а вон у нас речка. А потом там в конце отстойника выйдем и... Проедем по речке. На речке полно утки. Вообще у нас вся утка на речке. Стрелять тут нельзя, она тоже не дура. Так, ну хоть крякуху видели. Вот они рулят. Выводок. Мама утка ведет. Маленький. Увидел я их и переехал на речку. Ну что сказать, то был селезень с белой жопой и зеленой башкой. Значит, на манок. Сейчас покрякаем на вот этот манок. Он насторожился, развернулся боком и плыть не собирался почему-то. Но когда я закрякал вот в этот манок, он поплыл примерно как торпеда. Вот как примерно как те утки с такой скоростью. Газанул и приплыл прямо мне в 5 метров буквально под ноги. Вот, ну, вот так. Вполне возможно, кряк вам понравится и другой манок, не знаю. Они вон уже, их уже не видно. Ну, отзываться они не будут. Все, они вон под берегом. Штурмовать рыбаков. Погнали. А ну в другой, вот в этот.
комары, это просто жесть. Облепляют. Так, отключения нету. Зато бутылок битых полно. Ну не видно их, ну поеду дальше. Круг, так сказать, сегодня по речке. Ну вот тот отстойник, кстати, можно еще вылезти вон туда наверх, посмотреть. Ну, того селезня уже не будет. Вроде как селезень, голова уже такая. То ярко была зеленая, а это такая уже. Выленял, короче, вроде. И вон, по-моему, на углу плавает что-то. Вон аж там. Ну, поедем. Я видел этих уток, видел выводки здесь. На повороте всегда здесь утка. И вот на следующем и сзади на повороте. Поэтому никто не стреляет. Вода. Камыш весь в воде, леса не достает. Это золотое место ей гнездится. Ряжки полно. На поля слетать, пожалуйста. Вечером видел, тут летали они. Вот так вот. Гоняю этот выводок, так сказать. Вон сидят под камышом. Но она не отозвется. Вон они под камышом лазят. Ряжку кушают. Маленькие кушают, а утка насторожилась. А ну-ка. Вон слушает утка. Скажет, что за дела. Вон они, вон видно. Ну, вставать. Вон, малыш его вообще ряжку наяривает. Давайте я, наверное, выйду. Я вот тут привстану. И все-таки их сниму. Вон они. Красавцы. Вот утка отвлеклась, я встал. Полный рост. Лазят, лазят, лазят. Отвлеклась утка. Не смотрит на меня. Кажется, что за дела. Вон она стоит. Ряжку наяривает вообще. Ну я говорю, здесь корма им полно. Сколько их штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Седьмая утка. Ладно. Не будем их отвлекать. Пусть растут. К сожалению, охотиться, естественно, тут нельзя. Так, вот такие костры тут полно оставляют наши горожане. И мусора, и всего остального. Вон они поплыли, поплыли, поплыли. Опять утка насторожилась. Я ж тут хожу возле-возле. Вон. Ладно, поеду я дальше. Сегодня марш-бросок по речке. Так, ладно.